Любые по-котовски. Вамбат, котяня, котяня, вамбат. Енот с самогоном, с ведром сурикат. Летят муравьеды, щеночки сопят. Подрал когтеточку и рад. Вамбат. Это наконец-то случилось! Купили рыбов! Ну, наконец-то, я теперь за них спокоен. Когда тебя вытащили из уютной комнаты? Фу, море! Фу, солнце! Фу, ветер! Барсик, ну красиво же, посмотри! Некрасиво, уходим домой! Комплимент от шеф-повара! Кто пишет комплимент, который ты заслужил? Ну, конечно, ешь сам такую виду, а кота кормишь какими-то сухими какашками. Сегодня Шуня весь день бегала и мешала мне работать, а я должна была проект один доделать, мне сдавать его завтра. Поэтому мне не с кем было ее оставить, и я решила ее отвлечь. Она сидела так 2 часа, смотрела Спанч Боба, булочка моя беленькая, милаха. Когда Бог дал зайку, а лужайку не дал. Кидалово какое-то. Последний день динозавров, 66 миллионов лет до нашей эры, фото в цвете. Когда не знаешь, как закончить разговор с мамой и просто лежишь и слушаешь. Да, мам. Я пишу ей сообщение, она с подругами в этот момент. Так, давайте обсудим. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали. Если вы не знали, как выглядит самый грустный момент жизни, то вот. Мама, где вкусняшки? Я в пакете не нашел что-то. Когда сходил за продуктами и посмотрел на чек. Матерь котя, я только что купил батон с золотыми крапинками и пельмешки с бриллиантами. Время летит незаметно. Ура, я родился! 20 лет, 30 лет. Верните мою маленькость. Хнык. Этот мейн-кун выглядит так, будто познал и припознал эту жизнь во всех ее аспектах бытия. Он выглядит как кот с человеческим лицом. Совет от котика на вечер. Покушайте и ложитесь спатеньки, ибо пошло оно все. Какая знакомая картина. Да выделывался. У меня Силя тоже иногда так делает. Ложится на краю, потягивается, зевает и такая блюм, бздыньк, упала на пол. Вчера на курсы по борьбе с ленью записался. Круто, когда первое занятие? Сегодня было в 7 утра. Ну и как? Не знаю, я там не был, вставать лень было. Во дурной. Ничего не хочешь мне сказать, что это тут делает? Лежит. Чё ещё? Мелкий я, не слушаюсь маму. Мама, я сейчас тебя этому дяде отдам. Дядя, которому отдали уже 50 детей. Можно и не надо. Кто-то, я люблю твои изгибы. Мои изгибы. Няшненько. Как мы видим кошку на игровом поле? Как кошка выглядит в наших мыслях? Нет, в своих мыслях. Когда попросил кота погадать тебе на картах? Ну, тут все понятно. Карты говорят, что ты долбанько. Когда выглядишь как полный придурок, но у тебя всегда с собой утюг, чтобы сгладить неприятное впечатление. Я. Меня ничем не напугать. В комнату залетает оса. Я. Улетай, пожалуйста. А чем это так пахнет вкусно на кухне? Делаю твой любимый яблочный компот, как ты и заказывал. А ты знаешь рецепт овощного компота? Компот из овощей – это борщ. Готов поспорить, что сейчас у меня получится тебя удивить? Ошибаешься, меня в мои 22 года невозможно удивить. Тебе через год стукнет 30-ник, как тебе такое? Обалдеть! Сидели в ветклинике, принесли кота на кастрацию. 5 человек искали яйца, оказалась кошка. Хозяину говорят, а у вас кошка, а не кот. А там амбал 2 на 2 с женой и 3 дочками, и он со слезами кошки. За что? Ты же мой братан, я же с тобой как с мужиком разговаривал, Жориком назвал. 3 УЗИ пацанов обещала. Хрен, кота себе завел, и тот бабой оказался. И пошел грустный, приговаривая, одни бабы кругом, одни бабы. Ну ты это, извини, братан. Пошли вместе пожрем чего-нибудь вкусненького. Сегодня четверг, и 2 часа ночи, мне через несколько часов на работу. Да, трава зеленая, небо голубое, не понимаю, к чему ты начал это перечисление очевидных фактов. Ну так жрать будешь? Милая, с тобой все в порядке, жива-здорова. Ты позвонила и сказала, что дело срочно. Я бросил работу, еле доехал с этими пробками. Подай миску с черешней, я не дотягиваюсь. Дорогая, ты, наверное, на меня злишься? Нет. Хорошо.
Что хорошо, блин, хорошо, Кайтон. Если я говорю, что не злюсь, это не значит, что я не злюсь. Последнее время чувствовал какую-то пустоту внутри. Блин, ты даже не представляешь, как ты надоела с этими диетами. Смотри, сколько еды в холодильнике, пожри наконец. Только не ной. Здравствуйте, вы продаете котов? Нет, просто показываю. Красивое. Желаю тебе сегодня спокойно уснуть и не чувствовать фантомное падение перед сном. А у него, походу, не фантомное падение. Больше похоже на реальное. Когда не хочешь портить укладку. Подскажите, как называется эта порода кроликов? Кролики-католики. Отдыхаем перед тем, как немного отдохнем. О, это девиз на лето. Любимая, ты заблокировала наш компьютер? Да. И какой же пароль? Дата нашей с тобой свадьбы. Ну капец теперь. Плакали мои танки. Доченька, почему у тебя в комнате такой беспорядок? Чужой труд надо уважать. Ты что, папа, мама нам не чужая. Наташа, что это за черная штука у нас на диване валяется? Когда она уезжает? Я грущу, когда мне нечем заняться на работе. А когда есть чем? Тогда вообще в депрессию впадаю. Будильник, который стоял на 7:00, я легший в 6:59. Когда вы с котом настолько хорошо знаете друг друга, что стали одним целым? Это, наверное, фотка «Продаю телевизор». Вот она причина, по которой я постоянно ничего не успеваю. Гладь, 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 гладь. Это мы с тобой едем на край света, подальше от всех проблем. 5-летний я после того, как мама искупала и донесла до кровати. Производитель, в новой модели смартфона мы добавили искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Обнаружена улитка. Этот диван мал. Несите следующий. Я сегодня лягу спать пораньше. Тоже я в 3 часа ночи. Обзор на жирного кота. Кто-то, опиши своего кота 3 словами. Я. Какаю в цветочные горшки. Ну и судя по твоей морде, еще и нюхаешь это потом. Когда кто-то спросил, о какой старости я мечтаю. Прикольненько. Наташа, мы еще раз тебе говорим, ни мужика, ни собаку в доме нам по бюджету не потянуть. Ты и так нам слишком дорого обходишься, если б мне необходимость чистить лоток, я бы и тебя выгнал. В Таиланде живет кот по кличке Жемчужина. Он прославился своим суровым взглядом и тем, что охраняет арбузы. Я – люди, которые пытаются меня опекать. Человек, где же ты? В туалете. Что ты там делаешь? Впусти меня. Что? Тыщ. А можно мне побыть одному? Ха-ха, нет. Когда ты еще не успела приступить к своим рабочим обязанностям, а тебя уже все достали и выбесили на работе. Другие девушки на первом свидании. Хи-хи, ха-ха, ты такой забавный. Я на первом свидании. Кормить будешь? Сладких снов, счастье мое. Сладких снов, дорогой. 15 минут спустя. Не храпи так громко. А ты не сопи. Как же жарко-то. Подвинься. Сама подвинься. Отдай одеялко, зараза. Шевелись, плотва, нет больше времени ждать. Барсик, какая плотва, ты опять молока прокисшего перепил. Я не Барсик, я Геральт из Ривии, ведьмак, охотник на монстров. Сначала решил поесть сам, а потом решил покормить кота. Да чтоб ты подавился. Рыженький котик играл в водолаза, лапкой касался он дна унитаза. Толстая тетка нажала педаль, котик спустился в вонючую даль. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и заценивайте другие мои видосы. Чекайте все ссылки в описании и приобретайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и уже доступна во всех книжных магазинах. Можете приобрести ее через интернет на Бук24 или в Лабиринте, или прийти ножками в Читай-город, или заказать на Буквоеде, или приобрести электронную версию на Литресе, или аудиокнигу. На Ютубе, кстати, я выкладывал часть аудиокниги. Можете заценить в качестве примера, если вам понравится, то приобрести полную версию. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.